Всем привет, меня зовут Валя. Сегодня я пробую новую маску для лица. Нам нужен будет лимон, банан и мед. Начинаем! Возьмите хорошо созревший банан и раздавите его так, чтобы получилось пюре из банана. Добавьте 1 столовую ложку лимонного сока и 1 ложку меда. Перемешайте хорошенько все ингредиенты, и маска готова. Помойте хорошо лицо и потом наносите маску. Ее можно втирать, чтобы получить больше результата и очистить кожу. Прошло примерно 10 минут. Ну и что я могу сказать? Кожа, такое ощущение, что она стянулась. Глаза у меня слиплись. Верхние веки, у меня такое ощущение, что они прилипли просто к моему лбу. И моргать у меня не получается. Это, наверное, из-за того, что у меня мед вот тут был. Кожа, ощущение такое, что она стянулась, но также кожу немножко щиплет. Это, наверное, из-за лимона. Ну что, это за маска, эта маска очень вкусная. Не знаю, насколько мое лицо изменится, если изменится вообще. Может быть, красивее будет кожа, а может быть, будет незаметный результат. Но мы сейчас посмотрим. Так, ну еще один совет. Бумажка, это можно не стирать, потому что бумажка сама прилипает к маске. И оказывается частью маски. Так что это надо смывать водой, без мыла, но теплой водой, и быть терпеливым, потому что это займет несколько минут, чтобы это все смыть. Наверное, проще всего это делать в душе. А мне понравилось. Кожа смотрится свежее. Кожу немножко сейчас щиплет. Такое ощущение, что кожу стягивает. Приятное ощущение. Это, наверное, от лимона. Глаза теперь уже не слипаются. Во рту есть вкус банана, лимона и меда. Только не хватает кружечки чая. Вроде мне такая маска понравилась. Так что пишите, если вам понравится такая маска. Делайте, пробуйте. Пиши, если будут результаты. С вами была Валя. Everything is okay.